Turn it up, let it start from block on boom. Салют, Нижний, это BPM Rap Battle, и мы начинаем прямо сейчас. Чё, кого, Нижний? МС слева, представься. Я Устракет, город Чебоксары, Белые Чуваши, 21 стрит. Е-е-е-е-е-е. МС справа, представься. Йой. BPM Rap Battle, Нижний Новгород, первый раунд. Мы начинаем прямо сейчас. Чё, кого, Нижний? Два один стрит, ебой. Твоя сука пьяна, она даже не пила. Я только начал свой бар, там на линию пила. Ну, е-е-е-е, релоуд, брат. Твоя сука пьяна, что? Твоя сука пьяна, что? Твоя сука пина, она даже не пила. Я только начал свою пар, там на линию пила. Но оператор сигнал, тут помехи на битах. Хасла белый чуваш и задумал полетать. А теперь флоу не герай, спадика 2-1 рустон, слышь, приубавь, береги туз. 40 килограмм это мой вес, лоб. Все мои 40 килограмм, это на текстов. Давай поговорим теперь об ты со смертью. Он прикурил тебе страйку, значит твой вес груз 200. Йоу, Йорик, ты опасный пиздобол. Почему люди тебе верят, я исправлю произвол. Все, что ты читаешь, тут заведомо хуйня. Мы не считаемся врагами, но ты низенько упал. Как опасно в майк залетает текст. Правый берег весь залили здесь, ебой. Просто покажу, как надо читать центр вашего города. Шум богатых типа Славянки, ведь битосы с фасур. Джаки Кэт, Неватой, Западный Петербург, хотим ивент. Нужно на проезд, на жилье, ведь тут провинция. На блоках размешно, с нищетой, абсо голодные. Да рэп, это тимайки, бой, крадо, это войны флоу. Я ассасин, ты рядовой, угас свой пыл. Ярик, вывози на пас, или делай пас, наблюдают массы. Сразу стало всем ясно, что не только в Питере нигеры, типа ясно, атакуют классно. И теперь угас свой пыл. Ярик, вывози на пас, или делай пас, наблюдают массы. Сразу стало всем ясно, что не только в Питере нигеры, типа ясно, атакуют классно. Раунд. Мэнни, тут оказывается две строчки такие известные легли на этот бит, охуенно. Сейчас ты все поймешь, мне кажется, это не случайно. Я не просто баламут, хам, я свой собственный путарх. Это летопись, нужны разные фу. У меня 9-10, зови меня Ву. Танк, не мой, эти строчки подходят почти. Но все же концовка нуждается в правке. Правильно, так зови меня Саракет. Ищущий Чиби Фулл, спиздануть для заявки. Кто не знает, он реально записал заявку прямо на биток Сайфера, Booking Machine, другая батл рэпа. Это хуевое начало и виной этому целых 9 причин, что уже успели залететь на этот бит. А жизнь не был я, даже с запада виден. Так что вот совет себе каре отрасти и называйте при себя чебоксарский лизер. Ты утверждаешь, что лишь дал матов охуенный MC. Я бы с этим поспорил, так быть, я сегодня добрый. Проведу этому юноше урок терминологии. Не думаешь, надеюсь я, что если ты сам пишешь и читаешь, что ты MC, нихуя, ведь вышеперечисленные действия, функции автора и исполнителя. MC же от них отличает то, словарик запиши, коль врываешься в игру, что кроме бубнижа и плевков в микро, он всегда способен завести толпу. Теперь вспомни Далматова на Версусе и сыграй со мной в интересный квест. Не равняйся отныне на него, как на MC. И тогда, может быть, не обосрешься сам здесь. Ведь тут его вынес бы на битах даже пустырь, возможно. Ведь тут его вынес бы на битах даже Горький, возможно. Ведь тут, ой, да хуй с ним, с радостью его вынес бы на битах даже Йорика Саракет. Все равно бы слюнки пускал и дальше смотрел на него, как на бога. Ведь тут его вынес бы на битах даже Постырь, возможно. Ведь тут его вынес бы на битах даже Горький, возможно. Ведь тут, ой, да хуй с ним, с радостью его вынес бы на битах даже Йорика Саракет. Все равно бы слюнки пускал и дальше смотрел на него, как на бога. Бом! Раунд. Йоу, первый раунд прошел, нижегородцы, понравилось? Мы начинаем раунд номер два, прямо сейчас. Чё, кого, Нижний? Ты рэпер, возможно. Я буду делать рэп так, словит и тот трепак. Турнирки новый бунтарь, словно белый тупак. Мои прострелы в майк, ты думал это хуета. Покажу тебе, как муай-тай летит в ебло кулак со скоростью бита. Только Йорик не вот это вот все, занят мой тик-сток. Сам судейство с котками у истоков хип-хап стока. Эй, кто ты, ёпта, слетит без полка, ты как читаешь? Учись у папы, чуварский парень с тобой базарят. Моя тусу, тебе нужен бронежилет, бро, заставим уважать и никого не жалеть. Но на минобат разъебал, мутился, я бы тоже так мог перед тобой убиться. Я могу читать так, расстреляет раз, то бедолаг, устрою бардак. Йорика не парит моя.
Ты не единственный из вас, не ради бабла залетает в эту тусу, чтобы понять банк. А я Фиделю качаю на раз-два, только дай майк, я ускорю там по скорости на два. Во врага, ты особо не теряй надежды, пути вы есть, но пока ты не имеешь веса, тут или вес, хоть собаку съешь, чистый глина мест. Пустышка, ёба, я пьяна, ты трес, на крышке гроба, окажешься под колесом. Не ешь ее, пока ставь на это дерьмо. И не останется никто в это поле не воина. Я помешан на хип-хопе и захочет обоим из правых берегов моего сети. Выехал на взлетную полосу поинт. Так читаю всем салют, и ты гасни. И на твоей улице, когда тут будет праздник. И нахер на тебя мне газовать, ведь ты не мразь, нет. Увидим, как классный опасный флоу. Это не передать. Если рифмы на глагол, мне просто поебать. Нижний алё, покачаем вместе. Эй, дома я походу на сезон в отъезде. Ебой! Раунд. Сильное заявление. Твои мотивы быть здесь для нас весьма туманный, бро, вы просто все представьте его в очках и панаме. Оу, уж зачем он тут, но точно не за хайпом и феймом. Ну камон, вы чё все не узнали? Биг Бэйби, тейпа, гад, дэйм, ты типа не узгул, оценил твои треки, там топовый звук. Не сказать, что прям я такого не ждал, однако после первых же твоих голосовых узнал в тебе парня, чё доля нелегка. Ему пиздюком на ночь читали ТГК и прочие сладкие голоса русского рэпа. Хотели, чтобы он разговаривал так, и почти получился, но он всех наебал. Рванул прямиком из МСК в ЧБ, хотя против себя обычно наоборот в МСК. Вот это понимаю, пошел против системы, и чувашия на звук влияет благотворно. Как на скиллы в сексе, съемки порно, но снимался ты походу там без гандона. И таки изразил свой рэповой орган, это точно болезнь, говорю я тебе. Ты буду в гости просишься к Луперкали своими треками, но он говорит тебе нет. Ты делаешь просто лишь годную кальку, и телу кричишь в мою группу вступи, и очень мне будет приятно тогда. Он отвечает, мол, сейчас чекну, и такой, ха-ха, сюда. Ты же снял видосик с треком в приложении TikTok, и с тех пор твои часы нервно тикали тик-так. До тех пор, пока видосик я внезапно не нашел, до тех пор, пока за это тут не засмеял весь зал. Ведь ты снял видосик с треком в приложении TikTok, и с тех пор твои часы нервно тикали тик-так. До тех пор, пока видосик я внезапно не нашел, до тех пор, пока за это тут не засмеял весь зал. А так мы неплохи, нам ведь тоже нужна только искра. Поверь, мы взрываемся быстро, слышно даже за пушечный выстрел. Ведь реально, черт возьми, тут любой абсолютно, блин, взрывоопасен. Может, поэтому музыку у нас норовят прижимать политиканские мрази. Раунд. Think about it, man. Понравился этот баттл? Это BPM Rap Battle Нижний Новгород. Меня зовут Ренат Лин. Подписывайся на этот канал, обязательно ставь лайк этому видео. И не забывай, мы делаем культуру, мы меняем стиль. Чё, кого Нижний?